Как известно, мечты у всех разные. И есть люди, которые размышляют лишь об одном – круглый год заниматься любимым видом спорта. Такую возможность перед Новым годом получили омские футболисты. Теперь они смогут играть в новом крытом и теплом манеже, забыв о плохих прогнозах погоды. Да, я всегда занимался в «Динамо». Комплексов футбольных в Омске очень мало, а еще закрытых тем более. Их всего в России, по-моему, 5 или 6. А еще и в Омске второй построили. Это намного облегчит тренировку. Уникальный футбольный манеж открылся на базе 77-й школы и стал плодом сотрудничества компании Агентства инвестиций в социальную сферу и омского правительства. 3 месяца и 20 миллионов рублей ушли на строительство спорткомплекса, где расположены 2 футбольных поля. Омск стал вторым городом после Москвы, который может похвастаться таким объектом. Но Омск стал первым региональным центром, в котором такой объект был реализован. Совокупный объем инвестиций составил более 20 миллионов рублей в один такой комплекс. После торжественного открытия состоялась тренировка и показательная игра юных футболистов. Разумеется, в Омске ждут новых Дмитриев Сычевых. А такие условия для тренировок, уверены воспитатели будущих чемпионов, дадут свои плоды. Прежде всего будет улучшение материально-технической базы нашей. Плюс занятия будут проходить не на улице, не в залах, а в таком современном комплексе. Футбольный манеж построен в рамках программы «Футбольная Россия» и предусматривает создание крытых спортплощадок в школах для использования круглый год. Еще 7 регионов страны в 2016 году обзаведутся такими объектами. Вместе с тем Омск претендует на второй такой комплекс.